крыли костка. Народ прям в очереди стоит, чтобы первым быть. Вот и костка. Я просто мчу за продуктами. Все, конфеты уже без скидки. Кто не успел, тот опоздал. Надо мясо взять, какую-то готовку делать, сыр. Эти куски по $19, почти по 20 за килограмм. А вот это с жиром получается 30 за килограмм. Вот это вот без жира 19,99 за килограмм. Вот это 17,49. И вот это возьму. Упс. Тут тоже вроде бы, ну, есть чуть-чуть. Но нормально. Вот это хорошее мясо. Но оно стоит... 25 за килограмм. В принципе, не так уж и дорого, да? То есть не 50. А этот 40 за килограмм. Ничего себе. Ребра. 40 за килограмм. Это кости и жир, да? Козий сыр. Вот такой. Все, теперь... еще творог возьму. У нас дома чизкейки с маком и с вишнями. Так, это какая? До 5 ноября. Есть ли что-то посвежее? 7. Так, я лимона увидела. Вспомнила, что у меня лимонов нету дома.
лимончики. $7.99. Африка. Так, этот какой-то тут коцнутый. Сюда. И фрукты. Тоже Африка. 5 штук. $7. Не гнилые они. Груши. $8. Хорошие. Эти сладкие. Вот эти не такие сладкие. Что еще? Клементины. $10. Кстати, часто там попадаются гнилая прямо внутри в сетке. Тут вроде бы нету. Наверное, надо проехаться, чтобы не таскать. Огурцы эти. Это любовь forever. Кстати, тут есть они, эти не такие кабаны. Так, сюда. Яйца надо купить. Боже, зачем столько воды выставлять? Какое-то прямо поле. Капец. Неужели так воду берут? Причем вот эта вода, она такая невкусная. Мне больше всего нравится Сан-Пеллегрино. О, огурчики свежие. Да, кстати, проверяйте, чтобы они были не отобраны, ну, не надобраны. Бывает, по полпакета продают. Перец сейчас по скидке. Хочу взять перец. Бананы. Такие зеленоватые надо, да, взять? Мне вот эти нравятся. Но они быстренько станут порченными, да? Вот эти вот зеленые достану. Вообще зеленые. Ой. Кстати, арбузы уже подорожали. Надо посмотреть какой-то арбузик. Еще побежала за пакетами и взяла грудинку куриную. Вот этот мне тоже надо кинуть. Сейчас еще сыр кину.
Это мясо тоже в пакетах, где-то там потечет, хотя тут вроде сухое. Окей, я не одену одной рукой. Ладно, сейчас еще. За зеленью. $10 полкилограмма, 10,99, 6,99. Кстати, сухая, нормально пойдет. Так, а он тверденький, да? Тверденький, берем. Сюда. Вот у меня такая тачка получилась. Я уже все купила. О, плохой сельдерей. Сейчас пойду поменяю. Вот это. Потом вот этот вот аспарагус. Так, так. Ну, это нормально, не гнёгуй. 5,99. Аспарагус 9,99. Вот это вот спаржа 5,49. Так, это моя. Мешок репчатого лука 6,49. Тортики, чизкейки за $29. Полтора килограмма. Потом клубника в шоколаде. Скидка сейчас на нее, но вообще на 9,50 сейчас стоит.
Прикольненько, да? Йогурт греческий 10,79 до ноября 4-го. Надо посмотреть, может, есть что-то подольше. Уже ж 2 недели и будет ноябрь. А вот тут до 11-го. До 13-го. Давайте возьмем вот это. До 13-го, да? Все, на кассу. У нас сушка поломалась, одна труба для обуви, а без нее как-то никак. Сейчас продается $60. Чек получился на $350. Сегодня куриная грудинка опять минус $8. Скидка на перец минус 2. Тут еще где-то тоже вот перец минус 2. Все остальное без скидок. Арбуз, да, вроде бы. А нет, не арбуз, арбуз. 11. Watermelon 11,99. Ну вот и все. Я иду на выход. Такая утренняя покупочка у меня была. Бензин по 3,40 почти за литр. Вот у нас тут в Костко 2 бензина. Мы набираем вот этот вот обычный. Чек получился на $31, 22 литра.